Приветствую вас на канале Остроумно, канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Это интересно, ради фотографии она вытащила лебедя из озера. Как бы, ну, идиотская туристка, да, сука, я знаю. На этой фотографии действительно страшно смотреть. Границы человеческой глупости, тупости и идиотизма расширяются с каждым днем. В общем, что произошло? Смотрите, ну, больное на всю голову. Туристка из Болгарии, заехав в македонский Охрид, не могла не сделать фото у озера. Ей очень хотелось, чтобы в кадре оказался лебедь, но тот отказывался позировать. Не удовлетворившись результатом съемки, женщина схватила лебедя за крыло и начала тащить его на берег. Ну, идиотка. Сделав, наконец, удачный кадр, туристка отпустила благородную птицу, у которой уже не было сил сопротивляться. Лебедь остался лежать на берегу, и, как сообщают очевидцы позже, птица умерла. Нет. Удивительно, как современные стандарты отупляют наше создание. Убийство ради фотографии. И, по-моему, даже нашли эту девушку в социальных сетях. На самом деле, сука, я читал, лебедь остался жив, а ее конкретно забакланили. Ну, потому что, как бы, ну, дурно. Что тут еще можно сказать? Берегите природу, мать вашу, она же общая мать. Детальная информация по ссылке в описании, подписывайтесь на наш канал Остроумно. Канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное актуальных и популярных новостей в сети. Всего вам наилучшего, услышимся.